Жители Нур-Султана возбудило видео, на котором на крышу строящейся многоэтажки краном подняли корову. Животное связали и, подвесив вверх копытами, тянули на крышу недостроенного дома. Видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как животное брыкается и пытается освободиться. Выяснилось, что буренку хотели разделать прямо наверху, чтобы провести ритуал жертвоприношения. В полиции сообщили, что инцидент произошел накануне. Все участники происшествия уже установлены. После завершения расследования по ним будет принято решение. А сами строители уже попросили прощения. Хотел бы принести извинения обществу по поводу этого происшествия. Намерения были благие. Это курбандык с последующей передачей мяса малоимущим. Но еще раз извиняюсь за этот инцидент перед гражданами своей страны.